Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о нашей юрте, которую мы установили в поселке Приисковый 3 года назад. Диаметр этой юрты 12 метров, площадь в районе 140-150 квадратов. Юрта используется в качестве кальянной, кафе и дискотека. Пошагали, пойдем посмотрим. Начнем с самого начала, я скажу все очень подробно. Это дверь в юрту, она утепленная. Заходим. Ну все, давай, заходи уже быстрее. Так, ну и с самого начала, когда мы пришли в юрту, начался наш рабочий день. Мы начинаем растапливать юрту, чем занимается у нас сейчас Артем. Предполагалось, что в этой юрте не будет очень светло. В этой юрте естественный свет, раз, и вот такие рисовые светильники. Все, больше здесь никакого света не предполагалось. Здесь есть приточная вентиляция. Здесь находится вытяжка, которая предназначена и рассчитана для этой юрты, чтобы вытягивать кубатуру, если люди накурят очень много кальяна. Также здесь установлена печь. Я не помню, сколько она киловатт, но мы тоже рассчитывали для данного помещения, чтобы здесь было тепло. То есть при нагреве, так же, как и в маленькой, в любой юрте, тепло здесь будет реально через 20-25 минут. В юрте была сделана декоративная обрешетка. Вот мы ее видим. Она завешена флагами, то есть это клиенты данной юрты, то есть это клубы по тематике, снегоходные, АТВ-шные клубы. Также мы сделали бинбеги для удобства, чтобы люди могли чилить и чтобы им было очень удобно. Здесь я хотел бы вам показать наши нарды. Это мы делали ребятам в качестве подарка. Я люблю очень играть в нарды с детства, и поэтому всем нашим крупным заказчикам таких больших юрт я делал вот такие нарды. Ну, в том числе и ребятам. Также здесь предусмотрена барная стойка, за которой работают бармены и кальянщики. Все очень удобно и все здесь продумано до мелочей. Мы предусмотрели также и приточку. Приточная вентиляция. Их тут, по-моему, 4 по кругу, если я не ошибаюсь. За 3 года я уже все забыл. Что же они сделали со стариной Бобом Марли? Бог Джа. Бог Джа этого бы не простил им.